Отличиться в этой жизни может каждый. Причем иногда это получается весьма курьезной ситуацией. Расскажу, как я сегодня отличилась. Многие уже сталкивались с телефонными звонками от майоров и капитанов всяческих силовых структур, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и так далее. Примерно месяц назад такой звонок поступил и моей маме. Но она женщина продвинутая, послала мошенника по известному адресу. Так и сказала: «Встретимся в суде», и повесила трубку. На прошлой неделе сотрудник внутренних органов добрался до коллеги. Звонок поступил в моем присутствии. Даже со стороны было ясно, что кто-то угрожает ему по телефону. Но Иван тоже парень не промах. В итоге ответ аналогичный. «В суд. Все в суд. А сегодня днем звонок мне». Номер не определился. В силу особенностей своей работы я, как правило, отвечаю на все подобные звонки. Так вот, беру трубку и слышу: «Оксана? Здравствуйте, майор такой-то». Я помню, что в таких разговорах желательно не произносить «да» или «нет», поэтому в ответ угукаю. Собеседник продолжает: «Вы планируете завтра выехать к нам?» Я в ответ ядовито и со смешком: «Конечно, бегу и волосы назад, шнурки поглажены, лыжи смазаны». А в ответ слышу: «Так вы разве завтра с концертом к нам в Норильск не приедете?» «Мама дорогая, это оказалась самая длительная мхатовская пауза в моей жизни. Да, действительно, завтра мы с концертной программой должны быть в Норильске, в воинской части. И завтра же предполагался созвон с водителем машины, которая нас туда доставит. Но звонка аж от целого майора я вообще не ожидала. Сегодня у меня выходной, мозг на работу никак не настроен. Спасибо, что майор оказался адекватным человеком и с юмором отреагировал на оправдание насчет мошенников со званием. Извинения были приняты, вопросы решены. Но меня не оставляет одна мысль. За пару секунд до того, как мы разобрались, я была готова послать его куда подальше и бросить трубку. Как хорошо, что не успела этого сделать». Представляю, что сказал бы майор моему непосредственному начальнику.